Приветствую всех! Сейчас мы находимся перед Российским университетом дружбы народов. Однако мы будем заходить не в него. Предположим, что нам нужно будет пройти сквозь данный университет, чтобы выйти на соседнюю улицу Самора Машела. Чтобы не обходить целый квартал, мы можем пройти сквозь сам университет, а точнее через парковку. Для этого нужно дойти направо вдоль дороги, идти прямо до заезда на парковку. Сама улица, по которой мы идем, называется улица Миклуха Маклая, знаменитого путешественника, члена Русского географического общества. Который совершал множество различных выездов, путешествий. И знаком вам, скорее всего, по учебникам географии, как минимум. Совершенно недавно в Москве прошла снежная буря. Как видите, огромное количество снега до сих пор не убрано. Что-то потаяло. Сейчас около минус 2 градусов, поэтому не так холодно, как было раньше, когда было около минус 11. Мы доходим до поворота. Можно пройти дальше и пойти вдоль Ленинского, а можно пройти и здесь, через парковку. Въезд здесь строго по пропускам, но проходить обычным людям, конечно же, можно, как и студентам. То есть территория здесь открыта. По крайней мере, сколько раз я здесь проходил, мне никто ничего на эту тему не говорил. Вот сам РУДН является одним из самых знаменитых университетов России, в котором учатся, как правило, иностранцы. С дальнего зарубежья, ближнего зарубежья, стран Африки, стран Азии. Большое количество африканцев, китайцев, граждан Индии и других. Ну и, конечно же, постсоветского пространства. Второй такой университет МГИМО, Московский государственный институт международных отношений, который находится отсюда, впрочем-то, недалеко. На проспекте Вернадского. Но сейчас мы находимся на территории кампуса университета РУДН, а точнее одного из его центральных зданий. Потому как факультетов РУДН большое количество, медицинские есть, которые, кстати, будут чуть дальше, географические, исторические, все они находятся в различных зданиях. Снег. Здесь, когда ночью, достаточно не очень приятно находиться, потому что людей мало, практически нет. Вот, но пока что свет здесь работает, видимо, делают лабораторные работы студенты. Можно пройти чуть дальше, но это для автомобилей проход, а можно и здесь. Специально ветряная дорожка. Вот, интересно, Миклуха Маклая, улица, значит, дом 6, корпус 3А. Какое-то подвальное помещение. Здесь и спортплощадка, как можно заметить. Вот, практически мы сейчас прошли уже половину кампуса, вглубь, к улице Самора Машела. Все это университет дружбы народов.
еще со времен социалистического интернационализма. ВУЗ дает множество возможностей иностранцам. Вот. Значит, сейчас мы проходим на, если можно так выразиться, полянку. Небольшую территорию позади корпуса. Куда, как можно увидеть, заезжал трактор и компоновал снег. Вот нам нужно попасть как раз вот туда. Проблема, что снега большое количество, а сапоги у меня не такие высокие. Фух. Так. Наверное, придется воспользоваться магией монтажа и перепрыгнуть туда. Встретимся через секунду. И... Опа! Вот мы и перепрыгнули. Снега на самом деле огромное количество сейчас. Фух. Хорошо, что здесь прочищают, потому что если бы здесь не ходили с лопатой, пройти здесь было бы невозможно, натурально невозможно. Вот, когда сугробы выше человеческого роста. Такое небольшое приключение. Соответственно, вот он, вот она уже улица. То есть, что нам остается, это перепрыгнуть через забор. Да, надеюсь, все умеют лазить через забор. Не, шучу, конечно, через забор лазить не будем, но попробуем пройти здесь. Так, тут уже пещерка образовалась. Вот мы и вышли. Вот она и улица. Поздравляю. Мы сделали это. Теперь можно выйти в метро Беляева, если идти вот туда. Вдоль, в принципе, это туда возвращаясь, откуда мы пришли. Ну, а справа Ленинский проспект. До скорой встречи!